Всем привет! Данный видеообзор подготовлен специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru. На обзоре воблер от производителя BAT, серия премиум, называется он X-Deep и идет в 90 размере. Сглубление указано до 4 метров на быстрой равномерной проводке, ну то есть на использование его в троллинг, и вес воблера 13 грамм. Также воблер суспендер, что довольно-таки необычно для таких глубоководных сильно заглубляющихся воблеров. Поставляется он в такой хромированной упаковке, где в данной расцветке выглядит очень выигрышно на фоне такого серебристого тона. На передней стороне видим, что сделан по японским технологиям, дизайн в Японии, ну то есть этот воблер является копией японского воблера. Также информация имеется о том, что установлены крючки от производителя VMC, что несомненно является большим плюсом. Сзади предостережение, сказано, что установлена система Mag Force Balance и также наклейка от F-магазин, которая говорит, что идет он в расцветке A003. Это такая сверхяркая, сверхкислотная провоцирующая расцветка, как раз таки отлично подходящая для глубоководников. Она будет видна, я думаю, с больших расстояний и неплохо себя покажет также в использовании по мутной воде. На сайте есть выбор из 5 расцветок, 2 кислоты, 1 натуралочка такая серебристая и 2 интересных расцветки дабл, где каждая сторона воблера разукрашена по-разному. Поэтому, в принципе, 5, казалось бы, не такое небольшое количество, но есть из чего выбрать. При транспортировке воблер защищен такой вот резиночкой, то есть его крючки стянуты для того, чтобы не поцарапать корпус приманки и никак его не повредить. Стягивает вон вот такие вот большие крючки, как нам обещают от производителя VMC, что может быть и является правдой, так как крючки на первый взгляд отлично заточены, они острые, никаких с ним проблем нет, они одинаковые такие, плоские, выглядят очень-очень солидно. Имеют большие бородки, что поможет вам в удержании рыбы после ее подсечки. На довольно-таки длинной ножке, хороший поддев. Эти крючки, я думаю, будут просто идеально как для ловли судака, так и для ловли щуки. Менять здесь точно ничего не стоит. Крепежные петельки на воблере залиты. Все пролачено, все очень качественно. Если посмотреть, то этот воблер находится в такой дешевой ценовой политики, и для такого недорогого воблерка здесь действительно все очень и очень достойно, что покраска, все четкие переходы, переливы, использованы яркие, насыщенные такие тона, выглядит все достойно. На животе мы видим информацию о сглублении данного воблера, но ни вес, ни название на данном воблерке не указано. Есть также сверху название производителя. По внешнему виду это такая миношечка, которая имеет большую лопатку, и, наверное, напоминает мне воблерки от производителя Lucky Craft, что-то плюс-минус похожее на Stacy или подобные воблера. Овальная лопатка позволит на равномерке идти до 4 метров, но данный воблер можно использовать не только в троллинг, не только на равномерной проводке, также и можно им, в принципе, работать с рывковой проводки, облавливать какие-то локальные ямки, бровки в поисках щуки, и на рывках она будет, данный воблер будет уходить очень хорошо в сторону, имеет не сильное сопротивление, так как лопатка находится фактически параллельно телу приманки. На лопатке имеется крепежная петелька, дополнительно оснащенная заводным колечком для удобства крепления к застежке. На таких же заводных колечках крепятся у нас тройники, кольца из толстой проволоки и имеют очень плотные витки. Тело воблера имеет боковую линию, имитацию чешуи по бокам, спина и живот гладкие. Голова детализированная, выделяются очень жаберные крышки, имеются ноздри, рот у данной рыбки, и все это очень и очень делает ее похожим с настоящим живым объектом. Также 3D глаза такие с красной радужкой и черным зрачком тоже выглядят очень живо. Данный воблерок можно посоветовать как универсал для ловли и в троллинг, и также отлично подойдет для ловли в заброс. BAT, серия премиум X-Deep. Ну а на этом мой обзор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. Пока!